Всем привет, дорогие друзья, это Сова. Я решил зайти в прекрасную игрушку Breezage, еще одну. Я уже не помню, на чем я остановился, давно в нее не заходил. У меня тут есть дерьмо, навязанное разработчиками. У меня есть дрель, которую я там где-то делал за этим самым, по-моему, за кадром. Я, по-моему, не показывал, как я сделал дрель. Еще у меня есть сканер, который я просканировал аптечку и установил немножко здоровья. И теперь мне нужно, я так понимаю, сделать что? А, вот у меня есть фонарик. Я чертежи его добыл давным-давно, и сейчас у меня есть возможность его произвести. Не знаю только зачем. На батарейке светит недолго, постоянно разряжается, но если засунуть в рот, щеки станут красными, что делает его красным крайне полезным элементом экипировки. Отлично. Выкинуть заряд фонарика плюс 25. Вместо дерьма его поставим. Как убрать дерьмо отсюда? Убрать из слота. Поставить то фонарик. А я могу поставить то фонарик? Зачем я сделал фонарик вообще? Так, мне нужна какая-то кислородная станция, я помню. На чем-то я там остановился. Так, инструменты. Так, лом. Лом — это полезная вещь. Кислородная свеча. Кислородный генератор. Аптечка. Так, мне нужна кислородная станция. Где мне взять кислородную станцию? А, вот станция, дерьмо. Кислородная станция. Самодельный агрегат. Так. Работает. Так, греется так, что после запуска лучше не притрагиваться. Станция воняла бы водородом и еще чем-то знакомым, если бы не вакуум. Так, мне нужна утолщенная изолента. Утолщенная изолента делается из двух кусков резины. Резина, как мы знаем, делается из унитаза, если в него поссать, и чего-нибудь еще. Так, аптечка, кстати говоря, это я просканировал. Где-то моя ширинка. Продолжим. Хотя, блин, очень здорово расходуется вода на это. Я не знаю, сколько можно ссать, блин. Он столько не пьет, сколько он сыт в итоге. Ну, как-то медленно восполняется. Можно это ускорить? Нет, видимо, нельзя. Какие-то странные капли. Может быть, в невесомости. Ну, хотя нет, мы в весомости, а не дай себе засохнуть. Так, подожди. Не туда. И там этот инвентарь-то. Так, использовать бутылочку с водой. Получается, за обычным путем естественного слонения через почки. Гениально. Так, ладно. Бутылочка водички. Угу. Так, сейчас посмотрим, чего там мне дадут, а потом, наверное, мы пойдем. Да, вот, отлично. Мне дали резины. Эх, этот саундтрек. Так, на чем я там остановился? Так, этот труп мне не интересен. Я не помню, на чем я остановился. У меня, кстати, слома. А, прочность слома 3. Мне нужен, кстати говоря, еще лом. Получается. Так, ладно, сначала зайдем сюда. Что это у нас такое? Так, водички возьмем. Возьмем еще вот это. Так, что у нас здесь еще летает? Так, это тоже возьмем. Так, это у нас металл. Так, это у нас еще металл. Так, теперь надо возвращаться быстренько. 13 секунд осталось. Уйди отсюда. Так, возвращаемся. Что мне тут хватает-то, кстати говоря? Так, это у нас питательная жижа. Так, хорошо. Надо пойти сделать себе воды. Вот это единственное, что угнетает, это то, что очень быстро заканчивается все. Так, питательный набор. Вода, вон, бутылочку водички сделаем. С водой вообще проблема. Так, оп. Так, все, недостаточно ресурсов уже. Так. Сладкий набор, ладно, лед, короче, нужен. Лед нужен в любом случае. Льда нужен до хрена. А, еще мне нужно сделать еще один лом. Раз у меня этот лом сейчас закончится. Через 3 удара. Так, вот он лом. Так, на кислородную станцию мне нужен... А, секатор, кстати говоря, можно. А нужен он мне? Металл, проволок, ножницы. Так, ломы... А, у меня ломов-то, кстати говоря, уже есть. Ладно, лом пока пусть будет. В таком случае пойдем поищем, что тут у нас еще есть. Где можно еще резину оторвать? Пока мы ищем, где можно оторвать резину, надо насобирать еще водички кристаллизованной. Это очень важный ресурс. Стой, не улетает меня водичка. Водичка, не улетай. Так, водичку собрали немножко. У нас еще. Так, для того, чтобы обследовать какие-то дальние куски, мне нужен, соответственно, кислородная станция, кислородное что-то там еще. Так, у меня осталось 26 секунд на пребывание здесь, и где-то я воду упустил, куда она делась.
Вон она улетела. Так, 19 секунд. Вот это собираем. И вот это собираем. И летим назад. Хотя у меня теперь половина здоровья. Так, он, кстати говоря, там металл сверху летает. Половина здоровья, но половина здоровья это не полное здоровье, как говорится. Так, питательный наборчик надо сделать еще один. Да, блин, я забыл, что переключаться нельзя. Так, делаем питательный наборчик. Еще сделаем питательный наборчик. У меня, кстати, до хрена столько всего здесь. Смотри, ткань еще даже есть. Так, бутылку с водой сделаем. Так, еще сделаем бутылку с водой. Нитки. Так. Не нужно мне. Так, что мне еще не нужно? Это говно мне тоже не нужно, как выяснилось. Мертвый хомяк тоже не пригодится. Ножницы у меня имеются. Батарейки. Так, презерватив. Так, хорошо, презерватив нам пригодится 100%. Очищенный металл из обычного металла. Мне же это нужно, да, наверняка. Так, делаем очищенный металл из обычного металла. Объекты. Так, что там для станции-то еще нужно? Кислородная станция, утолщенная изолента. Для утолщенной изоленты нужна еще одна резина. Так, нужна еще одна резина. Резина. Надо вспомнить, где я ее искал. Резину последний раз. Так, резина. Где-то она была в космосе. Кстати говоря, если я отсюда... А что я могу отсюда добыть? Требуется секатор. А у меня есть ножницы. А ножницы это не секатор, да? Да, ножницы это не секатор, это логично. Так, ладно, пойдем посмотрим, что у нас здесь. Может, вот там где-то есть резина? Здесь нет резины? Что это такое? А, залежи щелочи. Видимо, щелочь мне потом пригодится. Так, ладно. Здесь у нас что? В питании сила. Я аж дохну сейчас, блин, твою же мать. Запугали меня. Так, металл, ладно. Пойдем металлом постучим. Так, бум. 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 Нет, не постучим. Так, ладно, пойдем поедим. Ну, я что, будем добывать дальше резину путем вот этого... Вот этих вот вещей, я даже не знаю, допустим. Выпьем и покушаем. Так, покушаем на полную сразу. Окей, будем дальше заниматься вот этими вот вещами. Очень увлекательное дело. Надеюсь, мне дадут резину, а не что-нибудь еще. Потому что если мне дадут что-нибудь еще, кроме резины... Я не помню, где ее брал уже. Надо что-то там добыть, но проблема добычи резины, конечно, она здесь очень большая. Так, пум, это что такое? Это ткань. Ткань у нас уже имеется в распоряжении. Так, еще одну бутылочку резина. Резина. Ладно, хорошо. Может быть, в следующий раз мне дадут как раз именно ее. Так, давай, наполняйся. Ну, в принципе, это относительно дешевый способ получения резины, на самом деле. Мы наслаждаемся приятной музыкой. В принципе, что может пойти не так? Приятная музычка. Кстати говоря, эта женщина что-то больше ничего нам не говорит, которая до этого рассказывала всякие интересные вещи. Так, это что такое? Желтоватая вода. Ну, значит, следующая должна быть резина. Если мне хватит, конечно, жидкости в организме для того, чтобы ее получить. Где моя тачанка-растачанка, все четыре колеса? Слишком спокойная музыка для такого мероприятия. Очень интересный туалет. О, тачанка заиграла, спасибо. Да, это пластик. Да что ж такое-то? Что, следующая будет резина? Так, ладно. Да что ж такое, во. Эх. Где они достали эту композицию? Вот мне интересно, чем надо было начать думать для того, чтобы додуматься вставить в игру песню «Тачанка-растачанка» 1900 какого-то года. Так. Да твою мать! Мне теперь надо опять за водой. Бесишь. Бесишь вообще. Так, где лом? Использовать, выкинуть. Где-то я тут воду видел. Вон она.
А если она не закончится, что я буду делать? Так, стероиды. Стероиды. Может быть, где-то здесь будет резина? Нет, нигде не будет резины. Да что ж такое? Так, 23 секунды осталось. А здесь нигде не будет резины. Вон, это не резиновая штука? Нет, это не резиновая штука. Ужас, но все ваши опасения напрасны. В подобной ситуации вам нужно будет оплатить лишь половину стоимости поврежденного скафандра. Агентство Брэссидж гордится своим лояльным отношением к клиентам. Спасибо, спасибо, ребята, что мне надо будет оплатить лишь половину ремонта. Так, ну мне нужна либо вода для того, чтобы продолжать высывать, собственно, резину, либо просто дойти, попробовать ее где-то здесь в осколках. Это у нас не вода, случайно, кристаллизованная? По-моему, она. Да, ледяной шар. Так, водичка. Куда ты полетела, водичка? Стой. Так, где еще водичка? Куда она разлетелась? Блин, так все было хорошо. Куда улетела, блин, моя вода? Так, стой, водичка. Блин, это уже большая водичка. Да что ж такое-то? Главное вообще не шевелиться. Так, кислород не вечен, я уже догадался. Блин, когда же я себе сделаю нормальный скафандр, который, блин, позволит мне куда-то подальше летать? Это раздражает вообще неимоверно. Так. А, вот она. Вот и вода нашлась. Так, стоп. Там что-то еще летает. Так, еще водички заберем, еще водички наберем. Так, где у нас тут еще? Надо запитаться немножко. Так, это мы тоже забрали. Это что такое летает здесь? Это ненужное что-то? Это что-то ненужное. Так, там внизу какая-то хренотень. Здесь, соответственно, внизу у нас... Это что такое? Вот водичка еще. Блин, надо насать себе еще на кусочек резины. Блин, ну я не могу сейчас пока. Запомнили? Под вот этой штукой у нас летает астероид. Так, дурюм-дурюм-дурюм-дурюм. Так, вот он, астероид с водой. Так. Пам. Пом. Пам. Так, теперь осторожненько. Осторожненько собираем. Очень осторожненько, чтобы не потерять ничего. И вон еще один астероид с водой, да? Нет, это не вода. Это просто астероид. Астероид с камнями нас не интересует. Резину я там не найду, я уже проверял. Может быть, я найду его где-то вон там вдалеке. Но я боюсь, что я тут не вернусь, если полечу. Хотя у меня есть эта кислородная свеча. Где-то вроде как. Ну ладно, допустим, мне очень хочется верить, что сейчас мы сумеем насать себе на резину. Господи, чем я занимаюсь? На что я трачу свою жизнь? Так, вода. А с этим я что могу делать, я не помню. Она тоже зачем-то нужна. Так, вода. Еды бы еще сделать немножко. Так. А, сладкий набор, кстати говоря. Он, правда, жажду дает, зато утоляет голод очень хорошо. И питательный набор мы сделаем один на всякий случай. Так, потом у нас вода закончится. Все, у нас есть 5 бутылок воды. 5 бутылок воды мы можем продолжать ссать. Ссать во имя резины. Так, да что ж такое-то? Надо прицелиться. В реальности все гораздо проще. Может быть, в космосе, конечно, у меня тоже были бы трудности с этим. Ну, не знаю, посмотрим. Так, быстро наполняется? Как-то не очень. Блин, я так хорошо был прицелен последний раз. О, господи, не дай себе засохнуть. Так, бум. О, пошла жара. Так, давайте мне резинку, пожалуйста. Заказываю резину в этот раз. Пластик мне не нужен, ничего не нужно. Нужно резину. Резину. Давай, резину. Резину. Да, бля. Ой, где взять блядскую резину еще? Кроме как здесь. Я же где-то находил в космосе, но там ее, походу, больше нет. Так, ладно. Ну, когда-нибудь по теории вероятности мне должна попасться резина. Блин, лом шикарен просто. Куски какого-то дерьма и болтов, перетянутые изолентой. Да. Да собака, они издеваются надо мной.
Где сраная резина? Она же так падала отсюда прекрасно. Зачем мне вот это все? Хотя это тоже полезные и нужные ништяки. Я как бы не спорю с этим. Но мне хочу резину. И где моя тачанка опять? Опять здесь эта заунывная музыка. Господи, я засал весь унитаз. Обалдеть. У него прямая кишка, что ли? Наконец-то. Наконец-то. Теперь я смогу сделать кислородную станцию. Наконец-то, я надеюсь. Так, ресурсы. Да, толщенная изолента. Есть такое дело. Теперь снаряжение, инструменты. Нет, не инструменты. Объекты станции. Кислородная станция. Кислородная станция, самодельный агрегат с батарейкой, вырабатывает кислород на основе гидролиза. Так, ля-ля-ля, станция воняла. Так, привязать к слоту 1-4. Так, я привязал ее к слоту 4. И что с этим делать теперь? Чем она заполняется? Так, рулон. Зачем это мне? Да, пойдем сделаем рулон, ладно. Зачем-то пригодится наверняка. Так, композитные материалы. Батарейка. Металл-щелочь. У меня батарейки, по-моему, есть уже. Или нету? Да, батарейки у меня есть. Так, кислородный шарик. Надутый кислородный баллон, куплен изолентой. Чудо инженерной мысли в теплых презервативных тонах. Фонарик я сделал зачем-то. Предметы. Кислородный генератор. Батарейка довольно сложная. Так, ля-ля-ля-ля-ля. Можно гордиться, пихать кислородную станцию. Так, отлично. Из этого я могу делать... Где? Так, это аптечка. Аптечку, кстати говоря, можно... А можно использовать аптечку? Видимо, отсюда нет. Так, вот отсюда можно. Так, использовать. Пластик хрен с ним. Где эта вещь, которую я только что собрал? Вот, кислородный генератор. Его, что с ним надо делать? Так, а как... Если данная станция не взорвется, ваши инженерные способности будут пересмотрены. Рекомендуется исследовать ближайшие окрестности в поисках средств защиты от радиации для полета в зону эвакуации. Установить. А куда мне нужно ее установить? Простите. Что значит установить? Так, мне нужно... Для защиты от радиации. То есть мне нужен какой-то скафандр, да, видимо, улучшенный, типа. А, вот, я установил, да? Ни хрена себе. И куда я надо, должен установить? Подожди. Подтвердить. Или я к ней могу летать и заряжаться кислородом, что ли? Как-то так? Дай туда куда-нибудь смотаемся. Я хрен узнает. Я там был, но я все равно хочу туда смотаться. Может быть, есть здесь что-нибудь полезное? Так, вот, допустим, я ее здесь установлю. Пум. Так, вот она, кислородная станция. Так, что я могу с ней сделать? Так, зарядить. Так, я зарядить, теперь пополнить кислород. Ага, вот оно что. Так, окей, я понял, как это дерьмо работает. Хорошо. Так, металлическая пластина. Хорошо, здесь мы запасы ломов, наверное, сможем. Блин, я думал, что я в этой кислородной станции хоть как минимум смогу летать, но нет. Так, что у нас здесь? А в грузовых трюмах лайнера без названия перевозилось множество разнообразного товара. Так. Всемирное похоронное агентство Vessage арендовало лишь малую часть помещений корабля в рамках рекламной кампании и не имеет к этим товарам никакого отношения. Хорошо, ладно. Так, где моя кислородная станция? Ой-ой-ой, я же так далеко от нее улетел. Так, стоп. Так, хорошо. Или мне надо вниз слетать к тому же, или мне надо вон туда долететь. 700 метров. То есть мне туда надо долететь сейчас, или мне надо туда долететь, когда я найду средства для защиты от радиации. Так, надо смотать эту самую станцию отсюда. Так, как мне ее смотать? Демонтировать. Даже демонтировать это уничтожить? Так, стоять. Или мне надо убрать? Так, стоп. Так, пополнить кислород. Я хочу демонтировать станцию. Как мне это сделать?
Демонтажа необходим инструмент? Какой? Блин, я не могу демонтировать. Что я сделал? Где она? Где, блин, моя станция? Резина и алюминий. Вот дерьмо. Нет, стоп. Загрузиться. Так, так, так. Да, я действительно хочу слот автосохранения загрузить. Это... Мне не нравится эта идея. Так, хорошо. У меня есть кислородная станция. У меня есть чем зарядить кислородную станцию. Теперь мне нужно, видимо, новый скафандр для того, чтобы куда-то там долететь. Так, я пока не хочу устанавливать. Это что такое? Подожди, это что-то... А, это, блин, дохлый хомяк, который я выкинул. Я понял. Так, у меня, по-моему, чертеж этого... Да, усиленного скафандра есть. Для него мне нужна свинцовая краска. Угу. Прекрасно. Ладно, надо теперь посмотреть, где добыть свинцовую краску. Ну, а, собственно, самой добычей свинцовой краски займемся в следующий раз. Спасибо за внимание, удачи и всего вам доброго.